Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, Бравл Старс. Я стараюсь каждый день вам записывать хотя бы по видосику. О, ничего себе, плюшки получаем. Получаем плюхи за прошлую неделю. Я за два дня там героев 6 или 7 до 6 кубков дотащил. И получаем плюхи и слив кубков. У меня было 14 500. То есть я прошел полностью всю линейку. Вот у меня в итоге осталось 14к, ребятушки. Сейчас будем опять с вами трешивать. Так. Что там у нас есть? Сегодня, кстати, вышла Rush Wars. Посмотрел. Хрень полная. Даже не буду снимать видос на нее. Бессмысленно. Так, что у нас по клубу? Ну, третье место. Будем Infinity обгонять сегодня. Так, что у нас есть? Ничего нового не добавили. Отлично. Так, ну что, у нас сегодня будет обзорчик на следующего героя с двойной силой. Я вам покажу сегодня Бибишку. Вот Биби мне, не знаю... Вот заходит этот герой на ура, тоже было 600, стало 550. Первая звездная сила, хоумран заряжена полностью, Биби движется на 15% быстрее. Я вам скажу, это реально очень обалденнейший герой, особенно там, где есть возможность прижать противника. Ну, на такой карте, я не знаю, сейчас будем пробовать катать. Вот у меня шкала начала заряжаться, и мы сейчас будем просто летать. Давайте, идите сюда, детки. Вот таким вот образом можно на всех ушатать. В общем, вот так вот. Зарашил. Скилл обалденный. Бег, особенно в конце, когда надо убежать. Если бы еще не подвисало, было бы вообще супер. Вот так вот. Жахнули всех. Да, герой нравится. Блин, ну реально крутой герой. Единственное, надо, чтобы было побольше преград. Тогда можно тащить. Давай, давай, выбегайте. Видите? Ай-яй-яй-яй. Так. Блин, Красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, нормас, нормас. Так, загоняем их. В угол, я сказал. Всех надо ставить в угол. Поехали патрулем. В общем, вот так вот. Такого плана герой реально обалденный. Единственный есть минус. Ничего себе. Как обычно, стал звездным игроком. Давайте еще раз. Согласятся, не согласятся, не согласятся, так не согласятся. Единственный минус. Если вы вблизи подойдете к герою, то есть в то время, пока он не включил свой скилл, он вас не откинет. Вот это вот, как по мне, это, конечно, огромный минус. Вот видите, я вот только по нему попал. То есть я возле него бегал, и я ничего не могу сделать. То же самое, как у Фрэнка, в принципе, где-то так же. Еще бы не подвисало, было бы вообще люкс. Что-то реально подвисает. Б
Блин, не успел второй раз ударить. А такой подарок вам как? Таким вот образом. Вот смотрите, я успеваю даже убегать. Это опять же только когда заряженная шкала. Если шкала не заряжена, это печаль. Все, всех разобрали. Вот смотрите, вот чик. Тудух. Реально поржать можно. Так, тихо. Блин, я чувствую, мы эту катку не закончим таким темпом. С этими приколами. Ладно, сейчас будем их оббегать. Так, одного разобрали. Люблю в рендере бегать, давай, стань меня, стань, ага, конечно. Такого плана, то есть первая реально сила его хороша. Так, что, согласятся еще разок? Отлично. Поехали. Поменяем. Так. Вот уже на первом месте. Ну, я буду опять же до 600 стараться за этот сезон докачать. Вторая звездная сила, полная готовность. Когда заряжена, весь получаемый урон уменьшается на 30%. Сказать, что это кайфовая сила, я не знаю. Я мне что-то она не зашла. Я ее получил, посмотрел на нее. Ну, не знаю, не то. Вообще не то. То есть бегает, вот видите, я сейчас получаю меньше, вроде как бы, урона. Но это опять же, я получаю меньше урона только тогда, когда заряжен. А так, по сути, совсем не то. Догнать кого-то я тоже не могу. Вот Вельприму, тоже нормальная новая тема. Ну вот сейчас видите, ну получил я 30% меньше, это все равно не спасло. Хотя этот нифига толком не нанес. Это чисто так, побегать, поржать по 216-250. Все равно, видите, сносит. И догнать я, по сути, тоже не могу. Да, забирай, убегай, убегай оттуда. Ну, то есть такое, чтобы выйти, знаете, догнать сейчас, кого-то ушатать. Сейчас наших ушатают без меня. О, отлично. А было бы у меня сейчас скорость, я бы тут круги наматывал.
Ну, такое, не знаю, чисто пофаниться. Ну, хотя, видите, не убила с первого раза, зато убила со второго. Не знаю, что это такое. Чтобы особо круто было. Все-таки первое. Не знаю, кто пользуется второй, пишите, но мне что-то она не особо заходит. А вот это вот. Вот это кайф. Вот, религия против нас. Че, попробуем унизить. Так, одного слил. Ну вот не знаю, здесь мне кажется, это вариант самый годный будет. Убегать самое то. Вот как-то так, не знаю. В общем, пишите, что вы думаете по поводу этого героя. Ну, Биби реально всегда кайфовый герой во всех локациях. Но это опять же, это больше такой командный герой, как по мне. Сейчас попробуем. Не люблю вот это вот. Не люблю вообще, не нравится мне. Карта это что-то не заходит. Сейчас сольемся. Вот так вот. Говорил, что сольемся. Не знаю, что-то такое. Здесь мне он не заходит, а вот на кристаллах. Нереально крутой герой против пачки, особенно когда все кучкуются вместе. Не знаю, лучше героя нет. Я все кубки апаю фактически. А, я опять сюда же зашел в рандомчике. То есть я бегаю на кристаллах. Мне там больше всего нравится, особенно с рандомными напарниками. Хоть какой-то интерес. Так, сделали минус булл. Сейчас меня жахнет. Не успел. Зажали бусурмани. Как думаете, затащим? Я думаю, нет.
потому что рукожоп. О, ничего себе, откуда ты тут взялась, чудо? Да запарили уже, вот не люблю, вот из-за этой хрени я не люблю играть. Вот здесь. Потому что тиммейтится. Ай, не успел, чуть-чуть не хватило. Так, в общем, вот так вот, ребятушки. Сделали минус один. Поехали, сделаем сразу же плюс 8. Ну вот я таким образом бегаю до 60, до 600 кубков. Дальше пока никого не качаю, потому что я как бы не задрочу в эту игру. Я играю чисто в удовольствие, когда есть свободное время. Так, давайте, идите сюда, папочки. О, кто тут у нас? Правильно, убегает меня. Не, да блин, вот ульта, вот не знаю, что за фигня. Вот не могу нормально. Вроде играешь. Подкинул, ребят, чуть-чуть подальше. А, вроде играешь даже с телефона. Бывает такое, вот что ульта просто не зажимается тупо. С чем это связано? Непонятно. Еще и подвисает, блин, как меня это харит. Дас видос. А теперь можно побегать. Короче, вот так вот. Такой вот герой. Показал вам, как играю, как рукожоплю. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых бравлеров. Всем удачи, всем пока.